Девочки, здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Где у кого сколько времени? Вчера делали распродажу на сумок, разобрали подчистую просто, ну, наверное, где-то часа за три. Просто мы сами не ожидали, мы были в шоке. Оказывается, вам хочется с чего-то такого хорошего, но по распродаже. Я тоже такое люблю. Я тоже девочка, я тоже хожу по магазинам, распродажа, и это мое все. Поэтому сидели, так же думали, думали, ну, надо что-то делать, надо как-то своих девочек привенчать, надо как-то им поднимать настроение, чтобы и нам хорошо, и вам хорошо. Поэтому сегодня мы объявляем новую распродажу, но уже не на сумки, уже на наши потрясающие турецкие из натуральной кожи летние сапоги. Смотрим. Наверняка вы помните вот эту красотулю, вот эту красотулю, вот эту красотулю и вот эту красотулю. Это все натуральная кожа и натуральная замша. Цена на них первоначальная 8 900. В конце скажу, сколько они сейчас стоят. Буду держать интригу до конца. Так, по материалу то же самое. Натуральная кожа, натуральная стелька от и до. Кстати, девочки, вот обращаю ваше внимание, даже дабы не было потом к нам никаких вопросов. Вот смотрите. Натуральная кожа, натуральная замша, она вот здесь идет однослойная, но зачастую у цветной обуви, да, вот здесь у них идет дополнительная подкладка текстильная, то есть вот эта кожа, все, вот она, да, ну вот все швы открываем, вот они, это все натуралка, все кожа, а вот здесь уже такая хэбэшная подкладка. Для чего это делается? Потому что любая однослойная кожа при носке, да, когда ножка потеет, она может покраситься, поэтому производитель, дабы не было никаких вот таких эксцессов, он вот это вот все убирает. Поэтому вы их будете относить, носить, ножки они у вас всегда будут в чистоте, вообще прям будет все здорово. Внутри сейчас покажу. Внутри видно, конечно, или нет, я не знаю. Так, видно? Внутри светлые везде стельки, пяточки тоже все из натуральных материалов. Вот они все, швы открыты. Это классная фабричная Турция. Подошва у них хорошая, гнется. Посмотрим, как они на ноге. Смотрите, на мне 39-е, да, четко по размеру. Вот у меня палец, вот моя пятка. Идеальнейше садятся. У меня здесь 22, здесь 22. Вот они мне сели, кстати, хорошо. Хотя вот я сейчас в колготке, да, в носках. У меня чуть-чуть ножка скользит, но это нормально. А так прям вот на босу ногу сядет просто великолепнейшее. Но также на более шире ножку мы их также хорошо очень продаем, потому что вот со мной Тамара, напарница, работает. У нее 37 размер, ножка 24,5, да? 24,5. Ей прям они тоже очень хорошо садятся. И за счет чего? За счет натуральности кожи. Натуральная кожа, тем более, когда она идет перфорированная, она очень хорошо подается разноске. Прям вообще здорово. Цветовые сочетания. Красный. Вот такой фиолет. Мой любимый цвет. Бежевая пудра. И черная база классика. А теперь внимание. Цена на них была 8 950. Сейчас сделали на них минус 25%. Сейчас они по стоимости будут 6700 рублей. 8900, сейчас 6700 рублей. Обалденнейшая вещь, мягчайшая, классная, просто нереальная. По качеству просто никаких претензий абсолютно нет. Размерная сетка с 36 по 40. Так что, девчонки, так же, как и сумками. Кто успел, тот молодец, будет тому великое счастье. Реально, они класснючие, удобные, качественные, они шикарные. Сейчас отдаем практически по закупке.